еще в конце 70-х годов были проведены большие работы по сельскохозяйственной авиации. И работы эти показали о том, что автожир является наиболее перспективным, наиболее экономичным, наиболее эффективным летательным аппаратом для применения на сельхозработах. Здесь заложены все необходимые качества, конструктивные решения, которые позволили бы этому аппарату эффективно использоваться на сельхозработах. Опять же, проблемы возникают. Это отсутствие отечественного авиационного двигателя. Но на этапе этих работ, вот вы представили вам этот аппарат, вы видели, как он летает. Это также экспериментальный аппарат, который должен нам доказать свои возможности при выполнении сельхозработ. Это взлет-посадка, взлет, укороченный взлет, взлет-посадка, маневренность при работе на сельхозработах и устойчивость, легкость управления и надежность управления при полетах на малых высотах. Show me inside.
создавали этот автожир как многоцелевой, который имеет грузовую кабину, которая может быть использована для загрузки различных товаров, грузов, вакцин для перевозки. И также установка сельхозбака для химработ. Но жизнь показывает, что при вот таких маленьких габаритах необходимо создавать целевой летательный аппарат. Это мы можем делать, то есть специализировать для химработ. Это нам позволит намного уменьшить его взлетный вес, улучшить его характеристики, и над чем мы, в общем-то, работаем.